Привет, друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Часто дети звездных родителей идут по их стопам. Например, Лиза Янковская с детства знала, что посвятит себя творческой профессии. В этом году дочери Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры исполнится 24 года. Девушка очень похожа на свою звездную маму. Оксане Фандере 51 год, но выглядит она максимум на 20 с хвостиком. Поклонникам всегда было интересно узнать секрет красоты актрисы. Многие даже думают, что она продала душу дьяволу за молодость. Скорее всего, дело в хорошей генетике и положительном настрое на жизнь. Лиза после школы поступила в школу-студию МХАТ, но не доучилась. Забрала документы и поступила в ГИТИС, где продолжает учиться до сих пор. Она уже играла на сцене театра, но преподаватели не делают ей поблажек. Она усиленно учится и работает, чтобы стать профессионалом в своем деле. Напомним, что ее родители, брат, служат искусству уже много лет. Совсем недавно Оксана Фандера разместила черно-белый снимок дочери. Лиза искренне улыбается, а в глазах читается счастье. Многие отметили, что дочка – копия звездной мамы. Вы можете отдать фотографии все, но от нее вы получите лишь одну вещь – счастье, подписала фото Фандера. Девочка уверена, что ее ждет успех. Она делает все возможное и никогда себя не жалеет. Отметим, что Оксана и Филипп познакомились на дне рождения общего друга. Наверное, можно сказать, что это любовь с первого взгляда. Филипп сразу же обратил на юную актрису внимание и уже через месяц сделал ей предложение. Знаменитые родители жениха приняли Оксану тепло, хотя она переживала из-за того, как такие прославленные люди отнесутся к малоизвестной актрисе из Одессы. Но Олег и Людмила радовались, что их сын нашел спутницу жизни, а когда появились внуки, они были просто счастливы. В 1990 году Оксана родила первенца, Ивана Янковского. Как и его отец, она с детства была на съемочной площадке. Самыми запоминающимися его работами стали роли в фильмах «Приходи на меня посмотреть» и «Индиго». Сын решил пойти по стопам своих предков, окончил ГИТИС и сейчас работает актером и режиссером. В 1995 году у пары родилась дочь Елизавета. Как и его знаменитый отец, Филипп выбрал себе действительно спутницу на всю жизнь. Олег Иванович женился на матери Филиппа на втором курсе театрального училища и прожил с ней всю жизнь. Оксана и Филипп вместе уже более 28 лет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.